Вообще радуга. Вот. Опа. Радуга. Во Флориде очень часто радуга. Очень часто. Если вот дождь, обязательно вы увидите радугу. Не такая яркая, конечно, но красиво. Едем смотреть салют. Сегодня День независимости, и во всех городах большие фейерверки. Firework. Firework на английском. Фейерверк. Fire – это огонь, а work – это работа. Огневая работа. Приехали на парковку. Здесь $10. Вот написано. Парковка, ну, в праздник. Специально просто. Обычно автоматические парковки. Здесь сам там талончик берешь и сам потом оплачиваешь. Ну и все вот едут парковаться. И наверху мы, может быть, вот там мы где-то станем смотреть. Не знаю, где мы станем смотреть. Конечно, надо было на реке стать. Но на воде, не на реке. Ну, наверное, уже поздно. Вот. Скарабкались мы на крышу, приехали на машине. Значит, на крышу этого паркинг-лота, да? Ну вот, здесь парковочные места. И сейчас мы будем смотреть. И вот там вот люди, они припарковались и свои кресла. Ну, с креслами приехали, мы не подумали об этом. Они свои кресла поставили вот там впереди и будут смотреть на воду с крыши этого. Это мы на крыше. Ну, крыша этого парковочного этого гаража большого. $10 с нас взяли за паркинг. Ну, сейчас посмотрим, пойдем. Будет большой фейерверк. Фейерверк. Вот так вот вечерний город выглядит. Так. Это люди стреляют, уже пуляют просто у себя в домах. Так, здесь река или залив, и мы пойдем. Это на гараже, на последнем этаже. И мы сейчас пойдем туда смотреть. Сейчас посмотрим, как там люди сидят. Ну, там их немного, это не все знают. Это место для просмотра фейерверка. Сейчас покажу, что там. Я сама тут никогда не была на этой крыше, но вот говорят, что... Ни на это, ни на какой крыше я не была в Америке, ни на какой, да и в России на крыше не была. Это, по-моему, портовое здание, это, по-моему, порт. Да, это порт, отсюда, наверное, отправляются кораблики. Ну, так красиво. Вот это вот монумент, я помню, что иногда проезжала здесь. Сюда, конечно, не едешь специально, понимаете? Здесь круизные корабли отправляются, их тут немного. Город Тампа, да, забыла сказать. И еще каждого 4 июля, да, каждый год 4 июля. И этот секьюрити на машинке обязательно. Я объезжаю здесь, стоят, видите, знаю, что люди здесь будут. Или он просто дежурит по гаражу. Каждый год 4 июля в Америке очень большие праздники. Праздник это не рабочий день, день независимости от Англии, да, вот в свое время. Это был большой праздник. Вот, как у нас 12-е, какое там у нас 12-е, что у нас, июня, да? Июля у нас, да? Уже забыла, представляете? Так, с этой стороны вот так вот выглядит здесь все. И вот там на крыше люди сидят, и здесь люди сидят на этих... Так, красиво. Ну, надо подождать, еще не стемнело. Минут через 10, может, так это начнется примерно. Ну. А вот там вот мы остановились, вот там. И прошлись пешком немножко по крыше. Стулья, вы видите, у них тут стулья. Здесь сам... Это этот трамвайчик, он ходит по даунтауну, вот этот трамвайчик. Кажется, доллар там 100. И многие одеваются в американский флаг.
сине-белые, красные, там флажки берут, но на крыше просто нет людей, видите, где-то людей побольше стоят около воды, на пляжах больше народу вот так вот, ну, смотря на каком пляже, это ж надо ехать куда-то в центр, ну, где стреляют, вот в чем дело. Вот. Смотрите, этот вертолет в небе, ну, где он тут? Ну, где-то там, вы видите, он мигает красненьким. Это он съемку делает, то есть это телевидение, которое будет съемку делать этого фейерверка. Не так уж и народу много, так-то, немножко детей всяких. Нормально. Я говорю, что какие эти люди, видите, там квартиры, у кого квартиры, они видят салют из своих окон. Вон там начинается уже, пуляют понемножку, но это пока еще не организованное все. Вот там этот хеликоптер, этот вертолет. Начали уже пулять вот там, смотрите. Где-то большой должен быть. Везде пуляют понемножку, но где-то должен же быть большой. Никогда я не была. Нет, я была на каком-то пляже один раз. Ой, красиво как. Ну, кто стоит ниже, может быть, там получше видно. Ну, здание закрывает. О, вот здесь. Ах. А этот хеликоптер, этот вертолет летает, наблюдает. Может, это полиция, чего они тут наблюдают? Ну, вроде сказали, телевидение, оно снимает сверху в новостях. Ой, как красиво. Ну, ничего, на крыше так всех видно. Хорошо. Народ видно. Народ для разврата собрался. Вау, this one. Ой, какой большой хеликоптер. Еще второй там летает. Там их два летает. Слушайте, один такой, как большущий, такой длинный, как большая стрекоза. Ну, вам не видно, наверное. Прервемся. Гляньте, летит такая страсть. Сейчас бомбить будет. Боже мой. Полетела. Да, надо было нам там, ну это вот парковку надо еще искать. Ну то есть надо продумывать, как едешь, куда едешь. Это в даунтауне получается, они пуляют. Вот большая стрекоза, если вам видно. Такой здоровый, длинный такой. Ничего себе. Riverwalk, right? Didn't even know who she was.
дети возбужденные любят смотреть. Там речная такая, river walk называется, ну, речная дорога вдоль реки, такая пешеходная выстроена. Опять трамвайчик поехал. Это трамвайчик едет в исторический такой вот центр там. Может, я снимала оттуда один раз, ну, как-нибудь сниму. Там такие старые трамвайчики, такой дребезжащий, он, ну, так это... Такое историческое американское такое, даже не американское, это кубинское место, там кубинский маленький городок, так его называют. Ну так, несколько улиц, они там сигары крутят. Может, помните, я как-то снимала, крутят сигары, через стекло снимала. А вот, и туда ездят эти трамвайчики. Вот, по даунтауну. Ну, то есть, этот городок такой вот, ну, он при даунтауне, но он такой исторический, как вроде бы как кубинские. Кубинцы переехали 50 лет назад, много кубинцев сбежало же от своей революции и осели в Америке, здесь во Флориде, да? И вот они там в этом городке открывали свои бизнесы, вот, и его так и называют кубинский городок, но и там эти даже куры ходят, вроде бы как на Кубе куры везде ходят, и петухи такие цветные, но насколько мы были с вами на Кубе, я же показывала, да, никаких я петухов там не видела по городам, их сразу убьют там, потому что еды нет. Вау! Еще не аплодируют. Как интересно. Там еще взрываются, и одиночные, далеко-далеко, это ж вот там. Но это одиночные, наверное, кто-то делает. Я даже не знаю, предприятия или люди. Люди очень много на пляжах закупают вот эти вот компании, закупают вот эти фаерворки и на пляже пуляют. Но это не здесь, не в городе, а на пляже, прямо на диком пляже пуляют. Вон инвалиды, видите, приехали, поехали, посмотрели фаерворк и уехали. Видите, как наши погнали наших городских. Два инвалида. Здесь легко спускаться, и это здесь же парковаться легко, и они переходят свои машины и вперед. А может, пешком поднялись наверх? Может быть. На лифте. Лифты здесь есть. На парковках лифты есть. Где наш хеликоптер? Вот он летает. Может, это не телевидение, а этот самый. Полиция летает, за нами следит. Завтра в новостях нас покажут, может, а? Вот. Ну, уходим домой. Просто я, конечно, здесь обрывками все снимала. Салют был долгим таким. Ну, что ж на одну картинку вам показывать? Нудно, правда? Вот они, погнали наших городских. Тетенька с дяденькой. Я все время смотрю вот в Америке на людей, на колясках как-то вот. Ну, все-таки вот у них хорошо жизнь проходит. Вот их ограниченная жизнь, да? Но она у них проходит хорошо. Не так, как наши в основном сидят все по квартирам, по домам, по домам престарелых. Здесь тоже они сидят там, но во всяком случае можно выехать беспрепятственно на такой вот лошади поехать, управляемой. И что-что, а вот это им даст правительство, я имею в виду. Кто там, городское правительство, кто там, я не знаю, какие организации, кто-то за это платит. Во всяком случае, не думаю, что если он инвалид, да и тем более, если он с детства, он прямо сам это заработал, такие электронные кресла. Конечно, нет. Вот. Ну, все. Уезжаем домой. И, кстати, они эти, испаноязычные, то есть не белые американцы. Оказывается, вот это здание, это аквариум здесь. Господи, я даже не знала. Надо будет как-то приехать в аквариум. Вот это вот здание кругленькое, я вам показывала в начале, когда еще было светло. Это аквариум написано. Флоридский аквариум, вон там написано. Хорошие, наверное, экскурсии там, надо будет съездить. Ну, вот так люди покидают, уже все это покидают. Ну, а вот там вот пуляют понемножку. Там. Это почему я и подошла. И вон там вдалеке тоже стреляют. Обычно около воды всегда, потому что в воде отражается так красиво, тем более у нас чего-чего, а воды во Флориде очень много. Воды и пальм. Красиво. Ну все, поехали мы домой. Закончился фаерворк.
Люди жарят барбекю у себя. Не все едут смотреть этот салют. Не все, конечно. Во дворах жарят барбекю всегда. Вот запах такой. Пустые улицы. Сегодня мы проезжали, совсем нет людей. Все пустое такое. Машин нет. Везде просторно. Ой, смотрите, там переливается что-то на крыше дома. Do you see over there? Have some cry? Что ж это? Там включили какую-то иллюминацию, да, вот там вот. Где там они пуляют? Вон пуляют сзади. Вот там, вот там, вот там, вот там, вот там, вон. Ага, красиво на доме, вот там купол такой на доме сделан. Как он переливается, классно по цвету. Ну, наверное, на праздничные дни, на небоскребе. На праздничные дни, наверное, специальное там есть, что включают что-то такое, чтобы украсить дом. А эти, детвора сидела в машинах, вот наверху смотрела, в этих, в троке внутри. Нельзя же сидеть, да, когда трок передвигается. Вот. Подошли, они бросили стрелять, то стреляли, теперь бросили пулять. Так, люди стоят вон на тропах, снимают наверху. Ну вот пуляли, сейчас перестали. Что ж вы закончили? Вот это большой гараж, мы туда въезжали. Красиво вот там на доме, да, украшено на небоскребе, и здесь внизу украшена такая иллюминация бегающая. Ну что же они бросили-то стрелять? Ну вот с другой стороны пошли. Вот там вот еще немножко пуляют. С другой стороны. Говорят, это сами люди вот там вот стреляют. То есть, которые не в даунтауне, не организованы, а так пуляют себе. Вот. Оставляем город. Уехали. Хорошо на крыше. Мне так нравится. И сегодня не жарко, потому что дождь прошел. 4 июля. Классно. Никогда не была на крышах. Классно, так все видно. Впереди салют. Едем. Ой, перестали пулять. Но это вот сами люди уже стреляют.